Итак, 100 фактов про меня. Ну-ка, давай. Я сейчас буду либо разоблачать, либо стыдиться, либо позориться. Так. Имя Дрейка — Денис Коломиец. Да, верно. А если оставить только первую букву его фамилии и имени, то получится ДК. Ну. Да, да, и правильно, правда. Вы поняли, типа как у Дани Кашина. Да не типа как, блять. Вообще-то это мое уникальное имя. Дрейк увлекается музыкой. По крайней мере, увлекался. Первый. Это подожди, это в каком смысле? Ну только диджеинга, maybe, но. Ну и еще плейлист с мэшапами. Концерт Дрейка был в марте. Это не мой концерт был, это был шабаш. 2023-го. Я там типа диджейл. Ну, блять, я там не диджейл, я из-за того, что не умел ни вообще абсолютно ничего. Я стоял возле Артура, просто когда он треки переключал, типа, и все, У Дрейка есть батя, который тоже стримит на Твиче. Бедный ты кадр взял. Дрейку 21 год. Да. Родился Денис 20 августа 2003 года. Да, 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 и что? В Питере. Да. А его рост 195. Ну, 4-5, я не знаю. Сантиметров. Да. Дрейк был в Китае. Был. Дрейк сдал ЕГЭ по русскому на 100 баллов. Вот тут-то тебя и поймали, блять. Неправда. Чел просто увидел превью стрима, превью видоса, ну, название, и подумал, что это правда. 500 баллов, нормально? Тут долбёб сидит, конечно, дурак. Ладно, обновляю страничку. Ну все, теперь нормально. 78 баллов по-русскому. Дрейку однажды задонатили аж 120 тысяч рублей. Так. Те самые или не те самые? Называемая Анечка. А, блядь. Но, как оказалось, она просто взяла деньги у родителей и задонатила ему. Ну как взяла? В конечном итоге Денис отдал ей эти деньги. Дрейк вместе с Мазиловым проводили кукинг-стрим, где они делали шавуху. Дрейк платит было за просмотры. Так вы получите 700 рублей за 200 тысяч просмотров. Есть момент. 1500 рублей за миллион. Есть когда момент. Когда появляется какой-нибудь новый мем, то Дрейк называет в честь него свой стрим. Ну не всегда, ну блядь, не всегда. Ну какие-то факты, да, типа, я думал, он сейчас, блядь, копнет в мое прошлое, ну может там дальше будет. Вообще Дрейк всегда шарит за новые мемы. Блядь, да ну на. На одной волне с молодежью. Чё молодежь, блядь? Эшкири! Когда Дрейк смеется, он иногда прикрывает свой рот рукой. Ну, есть грешок. Дрейк постоянно тратит деньги на. Ты сам школьник. Подожди-ка, чего? Смеется, так, еще он раз. Иногда прикрывает свой рот рукой. Дрейк постоянно тратит деньги на дорогую одежду. Постоянно! Да пошел-ка ты в пи***, блядь. В смысле постоянно, блядь? У меня вот этой кофте 3 года, блядь. У меня нету такой дорогой одежды, как у того же Ивана, блядь. Вот эта куртка его, блядь. Вот этот лонгслив и штаны за миллион денег. Я максимум чё-то... Вот самое дорогое, что я покупал, это кроссовки, блядь. Вот эти вот ёбаные. Трэвис Скотт, блядь. Ну вот, вы поняли. В месяц Дрейку донатят около... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Это фейк. Миллион рублей. Нет. Но я не знаю... Нет. Не всегда ли ему столько донатят? По крайней мере... Нет, не всегда. По крайней мере, он один раз показывал, сколько ему донатили. Больше нет. За месяц. И там был почти миллион. У Дрейка есть свой мерч. Есть. Вот такие больше не буду я футболок, будут другие. Однажды Дрейк платил своим подписчикам, если они появятся на камерах своего города. Был момент. Дрейк... Знаете, что это пузатый тут? Это микрофон Fifine AM8. AM. А наушники Дениса — это Logitech G Pro X. Есть, я потому что про. А с августа по сентябрь Дрейк набрал 510 тысяч фолловеров. С чего? Сколько? Что ты сказал? По сентябрь Дрейк набрал... С августа по сентябрь. 510 тысяч фолловеров. Дрейк один раз неудачно скатился с горки. Блять. Дрейк не ведет YouTube канал. Дрейк запускал не веду прямо из школы. Был момент. У Дрейка есть игрушка Виталий. Это не игрушка Виталий, а Виталий я его назвал, блять. Посмотрите, ухуй спит. Мое наименование, блядь. Один раз соседи Дрейка жаловались на него из-за того, что он постоянно... Один раз, да, точно, 100% один. Постоянно громко орет матом. Еще он... А, писька, писька, писька! Он один раз пропустил свой самолет. Было, блядь. Блядь, сейчас покажет этот гифку, да, где я топаю ногой, блядь. Дрейк курит. А, нет, не показал, фух, слава богу. Однажды Дрейк... Фу! Ехал в такси, и ему таксист сказал комплимент о том, что у него классный парфюм. Блядь, эти факты, да, подбираешь, конечно, пиздец.
Раз один тиктокер сделал песню про Дрейка и в конце кинул запретку. Дэн, зацени песню про тебя, ну-ка, придумал. Давай. Так, блядь, ты запикал? Светят ярко твои пяточки. Угу, это слышали. Не ослеп, спасли твои очки. Блядь. Ты ведёшь на... Ладно, следующий факт. Опа, блядь. Она перемотал. У Дрейка есть игрушечный кактус, который повторяет твой голос. Вообще это не игрушечный кактус, а Богдан. Дрейк проводил донатофон, который длился 4 дня. Дрейк играет в Brawl Stars. Иногда. И у него 45 тысяч кубков. Есть. Еще он был на совместном стриме с Кашей и с Мазиловым. Да, блядь, что за факты, нахуй? Я думал, сейчас будет родился там в таком-то роддоме, блядь, ну, столько-то этот... Где они играли в Brawl Stars. Еще он был на кукинг-стриме с Кашей и Лизой Бебриной. Блядь. И с Дисом. Я думал, он какую-то не общую доступную инфу, блядь, будет а рассказывать. А также на стриме, где они делали табуретку. Также у него было. Был кукинг-стрим с батей. Блядь, почему вот этот, вот блядь. Это превью? А также на стриме, где они делали... Вот почему вот это превью выглядит, как будто... Ну вот, я вожатый в лагере, поняли? И вот, ну и чисто, блядь, чисто пятый класс заехал. Также у него был кукинг-стрим с батей. Раньше у него была девушка Арина. Было. А потом он с ней расстался. Было. Дрейк живет в крутой квартире. Хорошая, не жалуюсь. У Дрейка два монитора. Один Samsung K27. Короче, вы видите. Откуда ты это взял, блядь? Вон, а у меня это написано, что ли, где-то? На экране. А второй Samsung K20. Нет, второй MSI у меня. 7R. Ну, короче... Вы тоже видите его на экране. Также у Дрейка есть огромная игрушка Ам-ням. Ам-ням, есть. Также у него есть плюшевый хасбик. Еще есть. У него есть картонный Паша Техник. Есть. У Дрейка мышка от Logitech. Хуй там, блядь. Не актуальная информация, блядь. Это, я не помню, как она называется. Знатоки, блядь, как называется? Dragonfly, да. По виду это Logitech G Pro. 300 тысяч фолловеров Дрейк достиг в сентябре 2023-го. Да. 200 тысяч в декабре 2022-го. А да. Когда он встречал эту цифру, братишкин заставлял отписываться и подписываться на... Ёбаная, блядь. Мне так обидно было. Это еще было 30 декабря, чтобы вы понимали. Накануне Нового года, блядь. Я хотел до конца года добить, но в итоге добил, блядь. Дрейка. Вот. Но все равно печально. Дрейка раньше были не белые волосы. Дрейк... Просто ебанулся, блядь. Вот это да. Дрейк любит смотреть мир сравнений. Как ты узнал, блядь? Денис сделал косплей на Слендермена. Дрейк на свой день рождения проводил стрим-хату. И на этом стриме... И не одну, блядь. Было 81 тысяча онлайна, что является его рекордом. Больше всего фолловеров в кратчайший срок Дрейк набрал этим летом. Почти 400 тысяч. Денис... Сколько нахуй? Денис когда-то врал братишкину, что ему 24 года. Чего? И то, что у него есть Lexus. Чего? Еще он был модером братишкина. Был. Дрейк состоит в 8... Ну я до сих пор как бы... ...в 9-м скваде. Состою. А также в ебаном скваде. Состою. На Дрейка есть крутой ремикс. Февраль сделал смертельный файл, ёб твою мать, блядь. Вот ладно, первый месяц было нормально, но сейчас что-то, блядь, какое-то вот переслушиваю, нахуй. Это прям охуеть. О, чем природа наградила, то природа и дала. Твоя мама попросила, мой хуй взяла. У Дрейка был совместный стрим с СМХ, а на моем канале было. Есть ролик про него. Дрейк подрубает стримы обычно в 5 часов вечера. Да. Свой канал на Твиче он создал 16 июня 2018 года. Вот конкретно этот, а другой в 2014. А сейчас у него 800 тысяч фолловеров. Дрейк был в джакузи с Мазеловым. Блять, факт нахуй, как ты узнал, блять? Еще он был на стриме с Мазеловым и Даней Кашиным. Был, в котором они жарили. Это чел буквально открыл все, что ли, Дрейк рофлся и смотрел просто превью видео. Шашлыки. Также он был на стриме в Китае с братишкиным, Мазеловым и Диппинсом. А будет интересно факт, то, что у меня был стрим с корешем, например, вот такой неожиданный. А вот такая... Еще во время того, когда у него было 500 онлайн или что-то такое. Клавиатура у Дрейка. Дрейк играл... У меня не такая. Мод на бесконечное лето, бездарное лето. Дрейк очень много играл в Майнкрафт на своих стримах. Минимальный донат Дрейка это 150 рублей. 200. Онлайн Дрейка на стримах обычно от 10 до 14 тысяч. У Дрейка... Ток на 300 тысяч. Блин, учитывая то, что там 5 видео. Нахуй. Самое популярное видео там набрало 2 миллиона 400 тысяч просмотров. Это бейслайн, да, по-моему, последний? А в Телеграме у Дрейка 330 тысяч. А вот такая... Сколько? Ава у него на Твиче и в Телеграме. Также да. У него есть чат в Телеграме. Целевая есть. Дрейка — это девочки от 13 до 16 лет. Ну, правда. А фанаты Дрейка ставили себе на Аву вот это. Блять, вот это, как будто сейчас показал говно, блять. По знаку зодиака Дрейк лев. У Дрейка
Нарезчик, у которого 250 тысяч. Жесть, блядь. Там а самая жесть. Популярная нарезка с Дрейком набрала 975 тысяч просмотров. Это смешные прыжки? Есть пародия. Было, смотрели. С Дрейком нету ни одного интервью. Нету. У Дениса есть плюшевый смайлик. Больше... Есть. Он, кстати, с самого первого стрима моего. Ну сейчас его здесь нет, он у меня в гостиной. Больше всего фолловеров за месяц Дрейк набрал в июле. У Дрейка был... Блять, это уже третий факт про фолловеров. Было свидание с Морфи в Дискорде. Чего, блять? Так выглядел Дрейк в детстве. Вообще-то не в детстве, а в юношестве, и что? А так он бы выглядел, если бы был девушкой. Блять, чел. Дрейк был на подкасте со Стинтом. Про Дрейка нету видео 100 фактов, кроме моего. Дрейк не рекламировал казино. Ну и Да, не рекламировал, не было. Последний факт это то, что Дрейк вообще крутой челик. Вообще это были... Ладно, ладно, все, прощен, блядь. 100 фактов на том канале. И еще, если вы видите это видео на нарезке реакции какого-то стримера, то перейдите по ссылке в описании и поставьте лайк. Ну ладно, ну мог бы глубже на самом деле. Я прям жду видос, там где, блядь, вскроют прям пи***ц какие факты. 5 фактов о Дрейк. 1. У него есть туалет, в который он срет. 2. Он ест. 3. У него iPhone. 4. Он был маленький. 5. Эффект ма***. Дрейк с рождения не был белым. Ну вот я вкратце рассказала этот видом. Видом. Там, ну там можно много чего интересного найти, чего я не рассказывал. То, что я рассказывал, но очень давно рассказывал. Про Ральфа эту ху**у можно было, да? И еще что-то. Ну чел не особо. Он просто зашел на Дрейк Роффлса и посмотрел, вот, ну, стримы какие были. Просто полистал вот так вот, ну и рассказал.